Привет-привет. Меня зовут Тамара Францевич. Сейчас у нас 2 января в Анталии. Примерно вот так вот выглядит карантин. Вот вы просто расспрашивали очень много людей на тему того, что такое. Нас залокдаунили, мы сидим дома. Но опять же, я же говорю, на туристов это не распространяется. Поэтому важная как бы тема, которую нужно запомнить для себя. Вы абсолютно свободны, если вы турист. Принципиально я тоже свободная, потому что я экспат. Не то чтобы очень, но немножко. Вот так примерно все это выглядит. Люди сейчас купаются. Температура где-то 25, уже в футболках. Море еще тепленькое. Так что принципиально вообще как бы кайф начинается для туристов, потому что все работает, кафешки работают, ну, все это нельзя, но кафешки работают. И вы абсолютно свободны в том, чтобы без людей вообще абсолютно погулять, получить большое количество удовольствия от моря. Сейчас море, кстати, вообще безумно чистое. Вот, сейчас покажу чуть-чуть вам море в ленту. А если вы не любите жару, то, собственно говоря, январь месяц – отличный месяц для Турции. Не знала раньше, вот сейчас вот делюсь, так сказать, своим лайфхаком. Сейчас я покажу немножко пляжа. Очень много, конечно, русскоязычных, прилетевших, знающих, что это как бы возможно. Цены, понятно, сейчас ну просто очень низкие, поэтому кайфануть можно. Единственное, что здесь вот как бы в Анталии происходит, это иногда бывают дожди. Это факт. И вам нужно обратить на это внимание. Бывает не по несколько дней, очень сильные, но теплые. Ну вот, вот так выглядит море. Завтра, кстати, иду купаться. 3 января я хочу пойти искупаться. Потому что принципиально, конечно, полиция тронуть меня не может. Ну, у меня въездные штампы, все нормально. Я не гражданка Турции. Я только учусь на это. И на турецкий язык. Все, люблю вас очень. Солнечная Анталия, большой привет. Сегодня 2 января. Пока-пока.